В Первоуральске возобновляется вакцинация детей. Поликлиники уже разработали специальную систему работы, чтобы в помещениях не создавались очереди, потоки пациентов не пересекались, а после каждого посетителя проводилась дезинфекция. Планы по прививкам составляет участковый педиатр. Именно у него есть все списки тех детей, кого надо привить. Участковый педиатр будет обзванивать родителей и приглашать в строго определенное время в поликлинику прийти, чтобы привиться. Распоряжение о возобновлении вакцинации в Свердловской области дал губернатор Евгений Куйвышев. Медучреждения должны будут создать все условия для безопасности пациентов. Перед тем, как поставить вакцину, педиатр должен будет провести осмотр, измерить температуру и узнать, не контактировал ли ребенок с человеком, зараженным коронавирусом. В первую очередь начнут прививать от клещевого энцефалита детей, которые отправятся этим летом в загородные лагеря. Ориентировочно вакцинация в Первоуральске начнется с 19 мая. Сейчас медики ждут распоряжения Министерства здравоохранения Свердловской области.